Эх, блин, а вот черт, Егора не поймали. Ну ладно, хорошо, может даже он мне поможет выбраться. Меня, блин, поймали. Ах, помню, ехали мы на машине, врезались в дерево. Так и знал, не надо было Егора давать водить, блин, ач. Мы успели убежать, но только меня поймали. Блин. Ах, вот черт. Ладно. Что это? Лук? Офигеть, лук. Но у меня нету кнопки, блин. Куда же они могли лететь? Может, под кроватью? Нет. А, кто? Это не она ли? Во, это же моя кнопка. Блин. Наверное, это Егор я туда специально положил, чтобы ее не запалили. Молодец. Или охрана. Что у меня? В карманах нет, ничего нет. Только шапка и штаны. Ну ладно, скоро уже мой выход. Эх, я пошел. Блин. Парта. Нет, я даже забыл, где вы. А, вот. Блин. Так. Странно, какой у меня там срок еще? 25? Блин. Эх, ничего нового. Дверь открыта. Почему-то я открыта. Кто могут на меня все свалить? Тут тренируется. В сундуках что, уже ничего нет? Приехали. А. Нужно будет сделать подход. Надо взять. Ух ты, тут еще глупый. Там охрана. Как охранник отвернулся там. Так будет плохо. Ух-ху. Не, вроде бы он не обратил внимания. Да. Хм, странно, меня вызвали покопать. О, я типа взял кирку. А у вас даже возьму. И сейчас буду копать его. Сейчас открою покой. Так, вот. Надо бы сейчас по-быстрому сделать копать. О, блин. Вот что еще, типа вот. Да, вот, да. Все хорошо. Сейчас. Вот, блин. Так. Вроде бы правильно копаю. И сейчас. Нету света. Ну, все. Так. Копать надо, Надо будет сейчас все заделать. Все. Так. Быстренько. Так, стоп. Скрытыми. Так, снова шапочка. Так.
Да, надо быстрее бежать. Тут лошадка. Ну, наконец-то сбежать. Ух ты, какая мелкая. Вот, блин. Так, надеюсь, они не будут думать, что я спрятался опять в деревне. Да. Вот опять я в этом доме. Скажу, он очень хупает. Блин. Ах, как будет тут. Фигать. Боже. Да, я хорошо застал. Ну ладно, будем тут пережидать. Ну,